Взрыв на улице Химической. Руководитель металлобазы, на территории которой накануне была взорвана граната, заявляет о попытке покушения на его жизнь. На месте происшествия побывал наш корреспондент Александр Тарасенко. Он расскажет подробнее. Взрыв боевой гранаты произошел прямо посреди рабочего дня 9 марта на территории металлобазы, расположенной на улице Химической. В это время директор предприятия Аждар Касумов заезжал на рабочий двор. По его словам, как раз в этот момент неизвестный, поджидавший его у забора, метнул во двор гранату. Аждар заявляет, что это было покушение. Есть такое предположение. Люди на чужое имущество сильно кидаются. Свои нажать не могут, на чужое бросаются. Предположение есть, я написал об этом, и заявление писал, об этом все, и фамилию писал, все это есть. В итоге пострадало асфальтное покрытие и автомобиль директора. Сотрудники полиции нашли на месте взрыва осколки от боевой гранаты. В ходе работы экспертов-взрывотехников было установлено, что повреждено асфальтное покрытие на данном адресе примерно где-то метр на метр. Изъяты осколки и фрагменты, которые предварительно принадлежат гранате РГД-5. Задержать злоумышленника, метнувшего гранату, по горячим следам не удалось. Открыто уголовное производство. Ведется следствие. Александр Тарасенко, Дмитрий Ищенко, Думское ТВ.